От Мазера и Притчера уже несколько часов никаких вестей. Расскажи хоть ты хорошие вести, брат. Ну, у Хасана в ноутбуке их полно. Как мы и думали, Хасан занимается всей логистикой. Если в двух словах, то сеть Клирика использует два корабля, приписанных порту Дубая. А Пентрит, который обнаружили в Сомали и Йемене, он ведь не из Дубая. Нет, мы отследили корабль до Суэцкого канала, но там след обрывается. Черт. Я закончу. Этот ноутбук настоящий клад. Мы нашли информацию о платежах на счета, связанные с неким Стованом Божичем из Сараева. Вот дела. Да, торговец оружием. Маджахеды зовут его Махандес. Черт, прости, я уж думал, ты не позвонишь. Тебе повезло. Последние сведения говорят о том, что Пентритом торгует наш старый друг Стован Божич. Это сука Божич. Я еще тогда говорил, что он ублюдок. Говорил, брат. Отправляйся туда, притащи его к нам, и я куплю тебе пиво. Насколько я помню, у него там небольшая армия. Значит, пиво будет ящик. Понял тебя, конец связи. С нами снова Темп. И наша следующая, ребята, задача. Отряд Мака Стемп, Сараево, Босния и Герцеговина. Отлично. Иду к тебе. Я вижу, Грека все еще стоит, засунув палец в жопу. А ты не изменился. По-прежнему о моей жопе мечтаешь. Как у тебя дела, брат? Ребята, это буду. Все как всегда, да. Армейские приколы, ребята. Мало кто их понимает. А мне кажется, это была твоя идея. Может быть. Ты сам-то как? Да неплохо. Да-да, мне говорили. Значит, ты теперь большая шишка. Ясно. Все течет, все меняется, так, Грека? Да, включай Божича. Он больше не на нашей стороне. Шагатуйтеся! Он в старой олимпийской деревне. Скорее, застанем его врасплох. Это чё? Ёб твою мать! Чёрт, ложись! Это чё, наши что ли эту поставили? Как её там? Мину что ли? Я так понимаю. Манник. У нас манник получается это минер, да? Ну или сапер, кому как больше нравится. Так, окей. Давай. Серьезно? Че, вот это единственное место, в которое могу прострелить, что ли? А так могу? Понятно. А он дыхание что, не задерживает? Я что-то не понял. Это пока не ясно. Здорово. Ну, окей, живем. За пулемет что ли побежал? Окей, ладно. Там, похоже, у нас враг на верхних этажах. Надо пройти! Надо убрать снайпер, потом к зданию не подойдем. Окей, услышал.
Я не знаю, в башку я попал или нет. Чисто, да? Окей, пошли. Пошли, 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 ребята. Враг. РПГ, сука. Я вот думал, лавка не простреливается. Вот этот парнишка вообще прям подставился прям хорошо. Вообще с карни попадает. А бывает тут точно стреляет, хер поймёт. И звук такой бывает тяжелый. Так, подожди, о, тихо. Блин, больно. Твою мать, граната! Так, живем вроде, да? Ну это что за клоун тут бегает? Надо кидать-то вы умеете, ребятки, да? Так, с патронами у нас проблема. Ну выползай, козел, давай. Да сколько у вас тут, а? Уже подустал эти обоймы менять. Чисто. Так, ребятки, можно мне у вас тут патронов взять погонять? Буду. Братишка, можно патрончиков? Спасибо, брат. Ну что, заходим? Или что делаем-то? Ага. Так, а что? Ну, взламывай. Вы готовы, да? Тогда вперед. Давай, пошли, 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 пошли.
это и следовало ожидать. Зачистить здание ООН. Хорошо. На себе, это как так работает? На! Вуду, пошли! Аккуратней! Блин, тут мина, да? Мне повезло, да? Что я не сдох. Я вроде тоже прыгал. Пошли, ребят, наверх. Давай, 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 давай. Тоже, кстати, вон мина. Граната! На, сука. Вот так вот, блядь. Еще раз граната. Ой, блин. Так. Попрошу я патронов у Грека. Братишка, есть патрончики? Братан! Братка. Спасибо. Настоящий друг. Ты настоящий друг, братан. За тобой, давай, 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 давай. Идем, как говорится, цепью, да, как правильно говорят в спецназе. Ну что, ломаем? Йоу, ребят. Ой, решили сами, ну ладно. Так, давай аккуратней. Чисто вроде. Гром, это же немцы. Это же подразделение немецкого спецназа, по-моему, громовцы. Если я правильно помню, хотя могу ошибаться, но я думаю, что вряд ли. Гром, по-моему, подразделение спецназа. Ну, немецкого, так сказать. Немецкого, так сказать, уровня. Нифига не бегают, а? Молодцы. О, красотища, да? Там наши же идут. Ёб твою мать. Давай, 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 прячься, прячься, ребят. Отсюда мы не можем стрелять. Сейчас попробуем вам помочь. На, сука. Давай, открывай, открывай, открывай. Ну, что такое? Давай, брат. А, ну, понятно. Куда же без касцены, да? Ну что, заходим. А, ну, до 4. Давай. Гранату, пошли. Нормально все. Ууу!
бегаешь, а, обезьяна? А, это пулеметчик, что ли? О-о-о. Так, подожди, я на КД, брат. Я его не вижу, где он там, а вот он. Пошли в отель. Мы хотим оторваться от засады и поискать какую-нибудь высоту. Потом встречаемся у катка. Ну что вы стоите, ребят? Без меня никак, что ли? Во, что-то я понимаю. Пойдем, пойдем, Вуду. Мне не нравится это место. Контакт. Гранату не проносил. Простите, ребята, если что, на вас полетело. Охренеть. Да куда пули-то летят? Очень интересно было. Мячик стоит. Ой, что-то как-то долговато, но вроде справился. Надо бы кого-нибудь попросить патронов. Ну, в принципе, туда мы и идем. За мной. Маник, можно мне, пожалуйста, кашки, братан? Спасибо, брат. Я тебе очень благодарен. Инга, у нас порядок. Как слышно, буду. Мы у катка. Осторожно, у Божича тут полно взрывчатки. Парни из Гром пометили ее краской. Понял, Инга. Принято. Ну ладно, это нам не мешает идти дальше. Так, взрывчатка, да? Понял тебя. Да, это наши. Пошли, пошли, пошли. Ребят, тихо, тихо, свои. Здорово, тик-так. Грека, в чем дело? Дело в том, что инженер рядом, но он так просто не сдастся. Будет драться до конца. Главное, чтобы до своего. Уж точно не до нашего, дружища. Хоть мы. Это хорошо, если не до нашего. Дасти, это Вуду. Слушай, Вуду. Слушай, брат, мы завязли, а дело серьезнее, чем казалось. Божича достали? Нет еще, но я боюсь, что мы не с той стороны зашли вообще. Куда эта срань направляется? Непонятно. Скажи мне, что кто-то занимается и той стороной. Дело-то не маленькое. Думаю, Божича буду. Остальное все на мне. Ясно. Вызову тебя, когда его поймаю. Ясно. Слушай, брат, у меня тут срочные дела.
Мака понял. Конец связи. Алло? Что? Нет. Что случилось, мамочка? О, милая. Шли, ребят. Всем быть начеку. Божич нам нужен живым. А вот остальных на корм червям. Это хорошо, если так и будет. Ладно, тогда вперед. Так, что у меня? Пистолет, да? А почему он разряженный? Ну вот, парни. Интрит. Черт. Значит, все пошло отсюда. Наверх. Да, вот он, пентрит. Что-то скромненько. Ну ты сука, а? Любите фонариками светить, да? Точнее сказать, дезориентировать подсветкой своей. Так, у нас справа, я не понимаю, где цели? Я никого не вижу. Они даже не вылазят. Во-во-во-во-во, понеслась. Тихо-тихо-тихо, подожди, меня слепят. Вот, во-во-во, хорош! Ребята, вы слишком прям рискованно на них выкатываете. Ёб твою мать, что это сейчас было, а? Ох, ёб твою мать! Прям рядом с ним сидишь, чувак, ты неужели его не видел, а? Вы меня пару удивляете своей интеллектуальностью. Мужики, давайте так исполнять не будем, а? Да как что-нибудь приколите прям. Спасибо, Динго, брат. Спасибо, спасибо тебе. Ну что?
Вот он, сука. Они прям хорош. Прям красава. Сдавайся, боже. Че, дурак, что ли, а? Куда ты лезешь, придурок? Вот куда ты лезешь? Давай, братишка, перекусывай цепь. Стамп, стамп, давай, 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 давай. Надо прокусить быстрее цепь эту. Отлично. Все, заходим, 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 ребят. Пошли, 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 быстрее, быстрее, быстрее. Блин, не смог я попасть по этим. Ой, извини, брат. Так точно. Куда теперь? Он справа. Я веду, Динго, понял? Давай вперед. Ни хрена не понял, но очень интересно, да? Блин. Ребят, вы прям исполняете, а? Граната, сука, сзади. О! Так, бочка никак не взрывается. Пошли. Ну что, брат, идем. Куда нам? Вниз. Точно. Вот он, вот он, вот он, вот он. Сука, все подрывает. Мужики, давай, 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 вперед, 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 Вуду. Граната сзади. Давай, 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 пошли, пошли. Патронов нету, ёб твою мать. Я сам ни хрена не вижу, особенно когда вот так вот вы меня подставляете, ребята, вот. Придется АКСУ убрать. Уходит. Давай, открываем, открываем, мужики. Хоть. Давай, залазь, давай, давай, давай. Следующий, давай, давай, пошел, пошел, брат, давай, 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 давай. Отлично. Опять пистолет дали мне. У меня была Ксюха, мне дали пистолет опять, да? Ксюха, походу, ушла. Давай, 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 нельзя его... Мужики, давай, давай, стреляй, стреляй, стреляй по нему. Отлично. Вроде попали. Вылазь, сука, нахрен быстрее. Погоди из фургона, черт возьми. Ладно, вытащим его.
Сейчас как она... Руки, руки, руки! Покажи руки! Покажи руки, блядь! На... Иди сюда, урод, сука! Иди сюда, блядь! Заткнись!